Пил возле развилки на Коломиту. Вон, видите, там, да? Крепость Коломита и церковь. Образовалась пробка. Спрашивается, с чему бы эта пробка образовалась? Здесь никогда в жизни пробок не было. Все машины стоят. Будем думать, что там дальше будет. Девять семнадцать. Началось движение. Пробка образовалась в 9:15. Ну что, поехали потихоньку. Вот у нас, видите, вот здесь у нас на монастырь, на крепость Коломита, выход туда. А почему здесь была пробка, непонятно. Впервые такое явление встречаю здесь. Вот заправочная. Дальше мост через Черную речку и развилка влево-вправо. Может быть, это развилки что-то была задержка. Не выключаю камеру, едем дальше. Вот речка Черная. Мы пересекаем мост. Мы уйдем сейчас вправо. Ну, скорее всего, был закрыт железнодорожный переезд. Вот станция железнодорожная Инкерман. Был переезд закрыт, а все в основном туда шли машины. И поэтому они закуборили горлышко моста. Будем так называть. Да и здесь машин порядочно, одна за одной идет. Вторая пробка за поездку. Я нахожусь на корабельной стороне. Видите, какой поток машин. Стоим. Вот как раз указатель показывает. На Малахов курган поворот. Как будем разъезжаться, не знаю пока. Троллейбус сломался, наверное, да? Нет, нет, движется, движется. Все медленно, но движется. Тут вправо уходят люди. Ну, мы не спешим, потихонечку, потихонечку, наверное, преодолеем. Вот там, слушайте, на сооружение Первый Бастион, тоже выходят машины. Им нужно войти в наш поток. Как они войдут, не знаю. Но есть сложности, пробочка хорошая. Это мы возле Малахова кургана находимся. Что творится здесь? Творится здесь. Все понятно, что творится. Такая ситуация вот. Пытаются все сюда встать. Как-то вот. Как-то вот так вот проехать. Двойным потоком. Ну ладно, камеру выключаю, неудобно держать. Пробочка у нас вот здесь, вот, вот здесь, вот здесь, вот здесь. И туда, вон далеко-далеко можно смотреть. Вот такая пробочка, видите, вот. Все у нас. Пробки, главное быть взаимовежливым, пропускать друг друга, иначе пробка не рассосется до вечера. Встречный поток. Рассасываемся потихоньку. Видите, что творится, да? Что такие пробки давно в Севастополь не выпадал. Наверное, лето настало. Либо там, вот, где нужно повернуть направо, светофор сломался. Так и бывает, и такое бывает тоже. Пока вот так едем.
потихоньку. Тут еще машины припаркованы сбоку. Тоже получается сужение происходит. Это все говорит о том, что дороги узкие, не рассчитаны на большой поток транспорта. Какая-нибудь троллейбус вперед. Ему нужнее, он пассажира везет. О, стихами заговорил, видите? Мы не спешим. Ну вот такая ситуация. Наверное, сейчас уже пойдем сюда, вдоль по легковым пойдем вместе. Это автобусы и троллейбусы, они по своей линии идут. Вот так. Вы рассосали немножко трубочку. Вот тут у нас площадь. Вот мы как раз на площади Малахова кургана, на площади. Вот он памятник наш, Малахов курган, Крымская война. Пешеходный переход не останавливаюсь, соблюдаю правила, жду, чтоб они все пройдут. Место освободится, переедем туда. Пока вот так. Наезжаем с Малашки. Тут надо перестроение сделать вправо. Пока даже и намека нет, что можно перестроиться. Наверное, чья-то машина припаркована. Видите, троллейбус пытается вырулить оттуда. Вырулить. Объехать, то есть. Посмотрим, чем все закончится. Те, что слева, им нужны и вправо, и прямо. Там вот светофор горит, скорее всего, закрыта дорога движения. Пока мы держим вот пешеходный переход, не трогаем. Вот такая история здесь вот у нас на Малашке получилась. Точно, стоит он, машина под разгрузку, и держит всех вот. И всех держит вот. Мы сейчас сюда перестроимся, пока он там держит. Потому что нам надо вправо ходить будет. Вот один стоит загрузку, и все. Нам нужно вправо уйти. Светофор 6, 5, 4, 3, 2, 1, зеленый. Поехали. 44 секунды надо. Кто успеет разъехаться, посмотрим сейчас. Нам на светофоре направо надо, на Химовскую администрацию. Троллейбус прямо пойдет. Ну вот, вроде мы сейчас успеваем, все нормально. А там пробка, видите, стаманда, вот. Повернул тоже, видите, машины в два ряда стоят, в один ряд. Машин тоже валом, кому куда. Утро! Утро начинается с рассвета. Песни неправильные слова. Утро начинается с пробок на дорогах. И так у нас вся страна. Возвращаюсь, площадь Малахова кургана. Пробка здесь пока не рассосалась. Вот что творит, а? Но скоро и... Видите, какие пробка, да? Здесь у нас другое двустороннее движение. Здесь у нас попроще. Разъедемся сейчас.